чайник Борг К810. Функция отложенного старта «Автостарт». Чтобы запрограммировать чайник на включение в удобное для вас время, введите настройки заваривания. С помощью кнопки выберите вид чая. С помощью кнопки выбора установите крепость чая. Если вы хотите вскипятить воду к определенному времени, настройки заваривания чая вводить не следует. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «Автостарт». С помощью стрелок вверх и вниз, расположенных слева от дисплея, введите текущее время – Current Time. Чайник отображает время в 12-часовом формате. AM – время до полудня. PM – время после полудня. С помощью стрелок вверх и вниз, расположенных справа от дисплея, введите время автоматического включения чайника – Start Time. Выберите желаемый режим работы – кипячение воды Hot Water или заваривание чая Tea. Чайник готов к работе.